этот цикл мероприятий спортивных, посвященный Греции и России, и России и Греции перекрестным на этому году, объявленным президентом России. Мы, конечно, совместно с греческой общиной выбрали те виды спорта, которые были издавна, в общем-то, традиционными у нас при Олимпийских играх. Это бег, греко-римская борьба и силовые упражнения. На данный момент мы открываем этот цикл спортивных мероприятий легкоатлетическим кроссом,